Медведев установил повышение тарифов ЖКХ на 5%. Развращенная вседозволенностью власть в лице губернатора и депутатов установила незаконно 16%, так что является совершенно неприемлемым и повторением ошибки преступления 2006 года, когда тарифы поднялись на 16%. Мне 92 года. Я участник Отечественной войны, да, награжденный 20 правительственными наградами. Снова пойду на митинг и буду требовать снятия этих незаконных поборов.